Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в гостях в школе Мориттон Холл в графстве Шропшир на границе Англии и Уэльса. Школа Мориттон Холл – школа для девочек, но в международный учебный центр, где английский язык доводят до нужного стандарта, принимают и мальчиков. А хочу сказать, что 10% выпускников этой школы поступают в Оксфорд и Кембридж, а на территории действует филиал настоящего английского банка Барклайс, управляющий там ученица школы. Это очень хорошо не только для практики, но и также для университетского резюме.